И снова я, вы на канале Шугаринг и Талы. Все мои видео имеют обучающий характер. Даже если там стоит музыка, то я все равно показываю правильность, последовательность процедуры. Смотрите, смотрите мой канал, посмотрите мои другие каналы. Заходите в плейлист наверху, где главная страница, видео. Все мои видео вы увидите, плейлисты, в которых будет по папочкам разложено, какие видео у меня есть, в каких папках. И там есть и мужской шугаринг, ну там сейчас меньше, конечно, чем было. Есть женские подмышки, есть ножки, есть еще какие-то части тела, есть татушки. У меня очень много татушек. Татушки, временные татуировки на теле, рисунки, которые производятся с гипоаллергенным клеем, присыпаются блестками, либо бархатом, либо матовым глиттер, не скажу его, в общем, матовая присыпочка такая есть, которая смотрится натурально очень. Есть хрустальные тату, где я выкладываю из стразиков татушечки, картинки. Есть флеш-тату, это переводки уже готовые, но они очень разнообразные, красивые. Есть и на бикини, и на руках, и на ногах. Очень много разных, очень красивых. Есть у меня там, где много-много комментариев. Есть такие тату, которые YouTube запретил показывать. Вот там 3 миллиона просмотров, 5 миллионов просмотров. А он раз и отключил просто. Говорит, ну это видео нежелательно. И так отключил, что я даже эпиляцию не могу сделать. Очень обидно, очень жалко. Хочется, чтобы продвигался все-таки мой канал. Я сделала монетизацию на канале, потому что, да, я много трачу времени, много труда, монтирование, много забивается у меня в памяти, в телефоне, в планшете. У меня все забито. Много видео, которые мне пришлось удалить многие, это бикини. Это бикини, мужское, женское, глубокое бикини, там, где у меня. В общем, у меня все это есть. И я это, скорее всего, буду выкладывать. И мои знания тоже, я делюсь своими знаниями. Я и обучающие кусочки из уроков есть. И... В общем, все это будет в описании ниже, либо в описании под видео будет, либо будет в конце, где написано о канале, может быть, это в конце там будет, моя карта будет привязана туда, куда можно отправить деньги. Сейчас это все просто делается. Поэтому сейчас вот сложности у нас возникли с последними событиями у нас в Казахстане, с нападением террористов на город. У нас мы сейчас сидим дома, стараемся меньше выходить на работу и, соответственно, вообще передвигаться. Поэтому видео, если у меня будет больше тату, которые я буду делать дома, может быть, на себе, просто показывать, какие красивые тату, как их можно сделать. Подписывайтесь на канал, смотрите мои видео, ставьте лайки. Этим вы поможете мне, потому что мне это очень важно. Я понимаю, что это не по моей воле, я не могу выставлять видео с глубоким бикини. Это YouTube запрещает мне. Мне хочется, если уж я работаю на канале, я много времени трачу. Просто нажать лайк. А можно еще и комментарий написать. Ну, конечно, желательно не гадость какую-нибудь. Напишите какой-нибудь комментарий, поставьте смайлик, поставьте. Ну, вам не трудно. А я хоть как-то, может, YouTube будет меня чуть-чуть немножко продвигать. И, конечно, колокольчик колокольчиком, но можно просто искать меня в рекомендациях где-то, нажимать, смотреть. Может быть, по времени вы не захотите все смотреть, но хотя бы поставьте лайк, пожалуйста. Я думаю, что вам это не сложно, а мне это важно. У меня уже скоро 150 тысяч подписчиков. Это классно. Хотя, конечно, у других я смотрю, блин, бешеное количество подписчиков, просмотров, миллионы. Не знаю, почему у меня так. Я знаю, что видео с бикини не монетизируются. Но их смотрят много, да. У меня тоже так же было. Я бы дальше выставляла, но так как монетизирую канал, его просто могут как-то строго YouTube ко мне относиться. В общем, всем пока. Всех люблю.